Этот урок об ударном движении. Хочу еще раз напомнить вам главную линию наших уроков об ударе справа, а именно перехват инициативы в розыгрыше. В этом фильме мы рассмотрим движение ударной руки в начальной фазе разгона и предложим вам несколько упражнений. На прошлых уроках речь шла о технике подхода к мячу. Правильнее будет сказать о технике подхода к точке контакта. На примерах ведущих игроков, я надеюсь, мы создали это представление. В этом уроке первая фаза ударного движения. Она начинается в тот момент, когда ракетка освобождается из левой свободной руки. Не все ведущие игроки сопровождают ракетку левой. Этим вы подготавливаете ракетку к опусканию под мяч. Итак, руки двигаются от себя в сторону вверх. Здесь важно поднять предплечье. Колени сгибаются, и ноги в целом работают в выступающем режиме. Происходит понижение центра тяжести и уход под траекторию мяча. Ракетка начинает свое движение от центра тела в сторону назад, разгибаясь в локтевом и лучезапястном суставах. Забегая несколько вперед, хочу сказать, что есть два способа выполнения этого движения, а именно опускание ракетки. В этом видео мы представили первый способ, условно это тип Федерера. Повторим еще раз ключевые точки этого этапа. Были названы причины современной техники удара справа. Идет прогресс в технологии изготовления инвентаря. Общий вектор тела – наклон вперед.